Молодая мать оставила без присмотра свою 5-месячную дочь одну в квартире на 2 недели. Ребенок погиб. За оставление без присмотра беспомощной девочки мать была задержана, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу. Трагедия произошла в Кировском районе города. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 18-летнюю неработающую мать, которая с 13 по 27 января 2014 года ушла и оставила ребенка в квартире без присмотра. До момента задержания она распивала спиртные напитки в компании знакомых.